27 сентября – Всемирный день туризма. Праздник отмечают в большинстве стран мира вот уже более 30 лет. Мы выяснили у химчан, как часто и куда они путешествуют. Чаще всего с детьми путешествуешь на море. Я фанат Азии, Китая, Японии. Мне нравится их культура и как у них развита мифология. Я езжу по России, там Крым, не Крым, Москва, я сам с Калининграда, вот. Ну, часто бываю в Новосибирске был, в Казани был, вот. Ну, как бы два раза в год я езжу точно. Путешествовать я люблю, но мы очень мало путешествуем. За границей были только один раз, в Беларуси. Мы ездили в санаторий «Лесные озера», там было такое большое озеро, там можно было купаться, но там вода холодная, зато там много рыбы, можно рыбачить. В этом году хотели поехать на Майорку, еще там не была, а так много в Греции была, в Европе, в целом, ну, в основном в Европе, в Индии тоже. Сейчас собираемся вот следующим летом в Болгарию с детьми уже отдыхать. В Тунисе летала, обожаю путешествовать.